Но соловей не будет меня, ту ночь была тишина, ту ночь на ветре пел соловей с вершины Черной горы. И он у ног положил туман, и капля бронзовых слез за всех бездомных, и кто не смог дойти до Черной горы, и кто не смог долететь до звезд, и кто от солнца устал, за всех, кто плыл, и кто не смог доплыть до Черной горы. И полон слез он стоял на льду вершины Черной горы. За всех воздушных, морских, земных включил трубу тишины, и стало так и такой покой, что и соловей не смог. О, спите, спите до новой зари. А люди были мертвы. Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Я постоянно говорю, что культуртрекерам быть легко и приятно. Почему? В то время как пролетарии и всякий охлас работают на заводах, я в уютной квартире читаю хорошие стихи. Сегодняшний выпуск рубрики «Культуртрекер», к сожалению, достаточно грустный. Ночью пришла весть, что скончался большой русский поэт Виктор Соснора. Кстати, его стихи я в одном из выпусков «Культуртрекера» уже читал. Ну а теперь, наверное, надо просто память об этом замечательном стихослагателе, который, кстати, был, помимо всего, уникален еще и тем, что писал он не стихотворениями, а книгами, прочитать его стихотворение. Я беру в руки его томик, выпущенный издательством «Амфора». Этот томик вместил почти все написанное Виктором Соснорою, почти все стихотворения, написанные Виктором Соснорою за его жизнь, потому что после выхода этой книги он уже, как известно, стихов не писал. Конечно, в ее состав не вошли утраченные стихотворения и поэмы раннего периода до 59 года. Но тут я между делом скажу, что поэма «Уже любовь», автором которой был Виктор Соснора, ходившая в самиздате, как ни странно, у меня сохранилась, хотя сам автор не мог ее найти, вот, к сожалению, ему так и не удалось ее доставить. Поэма написана, если не ошибаюсь, в 1957 году и начинавшаяся так.
Солнце на вздувшейся шее заката покачивалось, краснощёкий шар. Меня наставляли закат, загадка, а в искусстве закат называют пожар. Все в искусстве имело свои названия: золотая осень, серебряный тополь. Если дождь по стеклу названивал, в искусстве значилось плачет стекла. Любовь приходила только весною, непременно верная, как собака. Утонченный разврат мужа с женой назывался в искусстве законным браком. Искусство неслось к четырем идеалам: попить, поблевать, постонать да подраться. Мир посапывал в одеяло на полосатых жирных матрацах. Я цитирую по памяти, поэтому, возможно, небольшая неточность. А сегодня я в память о прекрасном русском поэте Викторе Соснове прочитаю его стихотворение из его первой книги «Всадники», вышедшей в свет в 62-м году века минувшего. Белый вечер, колоски зорниц, не кузнечик, а бубенчик надо мной звенит. Белый вечер, бление стад, и заборы, словно свечи белые, стоят. Прошумят березы скорбно, выразят печаль, прошумят они. О, скоро твой последний час! Что же скоро? Я не дрогну в свой последний час, не приобрету в дорогу ни мечей, ни чаш, не заполучу надежды годовщин и книг, выну белые одежды и надену их. Белый вечер, колоски зорниц, и кузнечик, как бубенчик, надо мной звенит. Вот такое вот стихотворение. Ну, и, наверное, вот тоже в память Виктора Соснове прочитаю финальные строфы его стихотворения «Смерть баяна». Родятся гусляры, бренчащие песни усладны, но время задиристых песен вовеки зашло. В ночь казни смутилось 16 полков Ярослава. Они посмущались, но смуты не произошло. Виктор Соснора. Большой русский поэт. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если, конечно, вам нравится время от времени узнавать что-то новое о словесности, потому что сами вы читать, насколько я знаю, не умеете. И без меня бы вы никогда не познакомились с различными шедеврами. Пишите комментарии. Не забывайте, что один раз в месяц я разыгрываю среди тех зрителей моего канала, которые делают так называемые донаты, то есть вносят пожертвования на развитие канала, на номер карты, указанный в описании под роликом. Раз в месяц разыгрываю один из своих фотоальбомов. Это началось 3 месяца назад. Один альбом получил один из моих подписчиков, ролик об этом есть на моем канале. Второй альбом уже отправлен на материк и разыгранный только что. Третий альбом об Усть-Камчатском районе ждет победителя розыгрыша. Ну и, конечно, напоследок я напоминаю, что если вы здесь впервые, то выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра. Нажали? Правильно. Молодцы. Если вы нажали на эти волшебные кнопочки, то вы будете не пропускать новые видео на канале. До свидания.